Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Гонзик ТВ. Сегодня я вам расскажу про новую бесплатную лимитку в игре Hello Kitty Cafe. Ссылочку на эту игру я, как всегда, оставлю в описании. Итак, здесь добавили вот такую лимитку. Это наушники от Melody. Тираж этой лимитки 50 тысяч копий. Чтобы ее получить, вы должны выполнить 4 задания в игре. Первое. Вы должны построить 3 этажа в своем кафе. Второе. Обслужить 5000 клиентов в своем кафе. Третье. Иметь 6 персонажей Sanrio. Эти персонажи покупаются за тиксы в автомате. И также собрать 3000 кристаллов в этой игре. Итак, давайте расскажу, где покупать персонажей. Я думаю, те, кто давно играет в игру, знают, где все это делается. Для новичков расскажу. Вот здесь есть автомат, где за тиксы, такие специальные билетики, вы покупаете персонажей. То есть вы должны купить 6 различных персонажей. Думаю, вам все это засчитается. Тиксы вы можете получать за квесты. Также за квесты вы можете получать и вот эти розовые кристаллики гемы. Эти квесты вы все можете найти вот здесь в меню. Также гемы и тиксы можно найти в розовых сундуках, которые периодически появляются на вашей карте. Или вы можете отправиться в город, где тоже эти сундучки вы можете собирать. Там их гораздо больше. Вот так выглядят эти сундуки, и в них тоже можно найти и гемы, и тиксы. Ну и также различные бонусы. В закрепленном комментарии я также оставлю ссылочку на видео, где я подробно рассказываю, как играть в игру Hello Kitty Cafe. Ну на этом, пожалуй, все. Если вы хотите, чтобы скорее вышло следующее видео на моем канале, обязательно поставьте лайк под видео. А также подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем удачи, пока-пока!